Турнир по спортивным бальным танцам на Кубок губернатора Ярославской области стал традиционным. Уже 12-й раз на Ярославскую землю приезжают пары практически со всех регионов страны. Судьи, профессиональные танцоры международного класса. Польза этого вида спорта, конечно, огромная. Это и физическое развитие, и умственное развитие, как ни странно. Это что-то очень серьезное, что-то очень красивое, что-то очень большое, значимое. Поскольку я занимаюсь этим всю жизнь. Москвичей Марию и Александра можно назвать юными профессионалами в этом виде спорта. 9 лет ребята выходят на паркет и занимают призовые места. В Ярославле пара исполнила свой любимый танец – латину. Я думаю, техника, исполнение танца – это самое сложное. А так, в принципе, все легко. А вот ивановцы Полина и Кирилл занимаются танцами всего 3 года, но в их профессиональной копилке уже есть маленькие победы. На ярославских соревнованиях пара заняла почетное 3-е место. Мой брат занимался, я думаю, что это было очень интересно. Я подумала, мам, я хочу заниматься. И все записалось. Вот и занимаюсь танцами. Самое сложное – это старание. На паркет вышли почти 100 пар разных возрастов. Призовые места были отданы танцорам в основном из центральных регионов России. Следующий турнир пройдет в Ярославле через 2 года. Иван Уваров, Денис Сахаров, Я Новости.